Расскажу, небольшое поступление пришло. Пришел пулемет немецкий с верхним магазином. Пришли глоки. Здоровущий глок. Глок в чехле поменьше, с кобурой точнее. Револьверы. Две штука. Этот зеленый глок. Еще песочные едут, завтра приедут. Так, что еще? Пришла винтовка, которую очень долго ждали. Она опять у нас появилась в наличии. Две штуки. Пришла еще вот такая вот новая винтовочка. ППШ черный появился. М16 новый вариант. Он у нас... вот она. У нее утяжелитель в прикладе. Рабочий предохранитель. Вот. С лазерным прицелом, с ушками. Так, что еще у нас пришло? Так. Забыл? Да вроде бы все. Пока что. Пока все.